Так, вот такая проблемка. Как видно, отходит в эту сторону. Вот пошли трещины горизонтальные. Есть подозрение, что крыша давит на стены. Тут интересно, есть привязка к старому зданию или нет. Без понятия. Так, что мне пришло самое первое в голову? Это подставить ригеля, скрепить крышу. Ну, так как тут уже все и пошпаклевано, подготовлено к покраске. По старым фото примерно вычислили, где идут стропила. Вот так вот с помощью лазера определили, до каких пор пропиливать гипсокартон. Здесь выпилили квадраты, чтобы можно было бы шуруповертом залезть. Крепил на сотые саморезы по дереву на 4 штуки. Думаю, что таким методом остановим мы дальнейшее разрушение стен. Вот так вот мы скрепили стропила. А вот, кстати, мой гараж, оно. Беседка. А вот домик, который строил тоже с нуля.